По мнению азербайджанского аналитика, армянская сторона продолжает свои провокации. Как передает Азия-Ас, директор Центра исследований Южного Кавказа, Фархад Мамедов отмечает, что армянские телеграм-каналы пишут, что остатки вооруженных сил Армении в зоне временного пребывания в Азербайджане попытались сбить азербайджанские БПЛА. Если это подтвердится, то операция «Возмездие» будет продолжена в полном объеме. После одного дня операции существуют определенные договоренности, которые должны быть реализованы в течение месяца-полтора. Провокации с армянской стороны могут быть системными и индивидуальными. Попытка сбить азербайджанский БПЛА – это не индивидуальная провокация, а системная с использованием систем ПВО, которые должны быть выведены с территории или же уничтожены. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.